Привет всем любителям-грибоводам и тем, кто меня смотрит. Начинающие грибоводы, которые хотят начать свою деятельность по культивированию разных грибов, иногда сталкиваются с такой проблемой, как чашки Петри. Вот. У меня много стеклянных чашек, я ими пользуюсь. Есть одноразовые такие вот чашки, значит. То есть они очень легкие, удобные, но с ними очень много проблем в каком плане. Их надо разливать в стерильных условиях. Не у каждого есть место и время заниматься таким разливом. Плюс нужно эти чашки где-то купить, где-то найти, в каких-то лабораториях заказать по интернету и все прочее. И многих это отпугивает от начала выращивания грибов. То есть кто-то хочет попробовать, и как бы вроде и хочется, и колется, мол, надо с чего-то простенького. Хорошо, я объясню. Есть обалденная альтернатива всяким разным стеклянным чашкам. На сегодняшний день рынок завален разной полипропиленовой посудой. Вот на сегодняшний день, вот у меня на данный момент культивируется опенок обыкновенный, вот на зерно высаженный, значит, в обыкновенной майонезной банке. Она прошла автоклавирование очень успешно, то есть это полипропиленный материал с прозрачной крышкой, в которую я впаял фильтр. Можно не впаивать, можно просверлить отверстие, вставить ватку и таким же образом выращивать. Вот. Если вы хотите чашку Петри искусственную, такую не как обычную, вот обычные чашки Петри, а просто хотите разовую чашку Петри, да, даже разовую, она многоразовая. Если чашка Петри, не нужен фильтр, просто с крышкой, все, ничего не надо. Если вы хотите под субстрат или под зерно баночку, значит, нужна просто фильтрованная дырочка. Значит, просверлили отверстие, вставили ватку. Ну, я впаиваю фильтры. Вот они у меня без проблем. То есть, вот. Дальше. Вторая посуда. Вот морская капуста. Пожалуйста, вот я покупаю в монетке ее. Все время выбрасывал. Потом обратил внимание. А маркировка-то у него ПП. Друзья, чем не чашка Петри? Пожалуйста, все. То есть, налили агар, закрыли фольгу в автоклав, инокулировали потом без проблем. И смотрите и наблюдаете, все видно. Это второе, чем можно заменить. Дальше. Одноразовые стаканчики, они тоже полипропиленовые. Вот такие вот пол-литровые великолепно работают на любых категориях. Вот у меня субстрат, пожалуйста. Тоже впаянный фильтр, значит. И зарастает опенок. Вот. Если хотите, даже вот из них можно делать чашки Петри, без всяких проблем. Налили капельку на дно сюда агара. И такой же майонезной крышечкой они идеально совмещаются. Просто, исключительно. То есть, не, аккуратненько надо одевать ее. А, здесь я замял. Я извиняюсь. Вот, ну возьму вот эту же крышечку. То есть, вот она у меня спокойно одевается на этот стаканчик. Все. Пожалуйста. Заряжаем автоклав. Достаем, остывает, инокулируем, наблюдаем. Можете сделать на бочок стаканчик, вот так вот, значит. То есть положили на бок, у вас агар растечется, пожалуйста. Закинули, наблюдаем. Все. Таким же образом можно как поступить? Если вы в баночке в какой-то, например, простерилизовали зерно, у вас уже заросший стаканчик агаром. Чтобы много манипуляций не делать, можно выйти на улицу даже. Вы открыли агар, открыли свое зерно. Что вы сделали? Вы совместили просто эти два стакана вместе. Они идеально совмещаются. Просто все эти бутылочки, баночки, они между собой настолько схожи, все эти диаметры равны. Постучали, помяли. У вас ваш брикет с зерном или с каким-то любым субстратом упал в ваш агар. Дальше манипуляция несложная. Все, это убрали, это закрыли. Аккуратненько упаковали это все нежно. У меня сейчас просто все. Там помяли это все хозяйство. Вот, он то есть мнется, он без проблем. То есть помяли, потрясли его. Все, он у вас зарастает. Не нужно покупать дорогостоящие чашки. Не нужно и бегать по лабораториям искать. Ребята, все у нас в руках. У нас есть все. Вот такие банки из-под майонеза. Это самый универсальный, лабораторный, так сказать, лабораторная посуда. Это очень классная вещь. То есть вы работаете без всяких заморочек. Все у вас получится. Не надо далеко идти. Не надо усложнять. Не надо там большие деньги вкладывать. Хотите начать, начинайте.
Кто-то хочет круто начинать, начинает круто, большие деньги вкидывает. А кто-то вот с такой мелочи может вылезти очень далеко и открыть свое дело. То есть здесь уже не мне решать. Вот. Вот, зарастает идеально. Вот, 4-й сутки или 3-й, сколько тут? 12 февраля я засевал. То есть 3-й сутки. Без проблем, все растет, никакой контаминации. Стерилизация была 125 градусов, 1,5 атмосферы. В легкую прошла банка, даже не повело. Это полипропилен, друзья. Вот это будет в следующем ролике. В этой банке будет агар. Я в нее специально оставил эту баночку. То есть все. Я даже не буду делать здесь никаких фильтров, потому что это будет чашка Петри. Можно вот такую использовать. Еще раз повторюсь. Не гонитесь за этими чашечками. То есть это у меня есть, мне просто люди приносят, я покупаю. Вот. Если нет возможности занять такие чашки, пожалуйста, еще раз. Разовая посуда. Самый важный отличительный знак у этой посуды, который вы можете стерилизовать в пароварках, в автоклавах. Вот здесь есть треугольничек из трех стрелочек, значит, я сейчас его не смогу вам здесь показать. Вот. В нем либо 5, либо 0,5 цифра. А снизу ПП, просто две английских П. Бывает прямо в треугольничке ПП написано. Это вообще универсальная посуда. То есть все, кипятите, стерилизуйте, ради бога выращивайте. Друзья, всем успехов. Надеюсь, кому-то поможет мое видео. Надеюсь, кто-то скажет, попробую-ка я. Всем пока. Все нормально.